Турнир по интеллектуальной викторине «Своя игра для молодежи и подростков» проводит и организует централизованная библиотечная система при поддержке Управления образования Ленинского городского округа. Вопросы игры посвящены истории, событиям, людям, достопримечательностям и природе муниципалитета. Чтобы знать правильные ответы, участники изучали краеведческую литературу. Ребята готовились по азбуке Видновского края и по другим книгам, которые рассказывают об истории Ленинского района. Ленинского городского округа, города Видно и его окрестностей. Во время первого этапа в библиотеках округа проводили отборочные турниры. По их итогам организаторы выбирали три команды, которые набрали наибольшее количество баллов. В их числе команды «Созвездие», а также «Виктория» и «Ко». Ребята из библиотек поселков совхоза имени Ленина и «Развилка» набрали одинаковое количество баллов. Жюри пришло к такому решению, что победила дружба, и что если мы проходим финал, на финале мы представим сбор команды, то есть сборную поселка «Развилка» и поселка совхоза имени Ленина. И вот сегодня так и получилось. От нас приехала одна общая команда, которую сами ребята назвали «Солянка». Ну, так как сборная. Сборная «Солянка». Финал викторины «Своя игра» состоялся в Центральной библиотеке. Третье место заняла команда «Виктория Ко». Второе место у сборной «Солянка». А победителями стали ребята из команды «Созвездие». Подготовились. Я думаю, совместная подготовка всей команды помогла нам выиграть. Все участники интеллектуального турнира получили подарки. Юлия Стаферова, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова, Видное ТВ.